Якутские спасатели эвакуировали незадачливых охотников на реке Алдан. Утром на пульт оперативного дежурного службы спасения Якутии поступило сообщение о том, что шестерых мужчин во время охоты зажало льдами на острове недалеко от села Черегтяюсь Алданского района. Из Якутска вылетела оперативная группа. В ходе поисков в 4 километрах от села спасатели обнаружили терпящих бедствие охотников. Они находились посреди затопленного острова на 2 моторных лодках, окруженные льдами. С помощью десантного снаряжения спасатель-десантник Станислав Захаров спустился в лодку и эвакуировал охотников на взлетную площадку села. Всего было совершено 2 рейса, эвакуировано 6 охотников и 1 собака. Пострадавших нет.